Итак, всем привет! Вы на связи со мной, с каналом Andrews Crypto News. И, конечно же, как всегда, у меня для вас хорошенькие новости касательно XRP, касательно криптовалюты в целом. И из этого ролика вы подчеркнете самое главное, что пригодится вам в дальнейшем. Закрывать это видео сейчас или продолжить смотреть. Дело, конечно же, ваше, но прежде чем я начну вам рассказывать, хочу попросить именно вас подписаться на мой канал с колокольчиком, нажать на эту красную кнопочку и обязательно нажимаем для всех. Именно таким образом вы не пропустите какие-то новые ролики, новые выпуски на моем канале. В общем, давайте не будем ждать. Поехали! Новости, которые здесь и сейчас я вам расскажу, это просто реально невероятно, потому что это, как минимум, я не понимаю, насколько же это прекрасно. Технология, которую разрабатывает Ripple, она, по сути, даже не онлайн. Это просто нечто. Это офлайн технология, которая будет только крайне положительным образом складываться на саму компанию. А мы все прекрасно знаем, уровень капитализации криптовалюты напрямую зависит от технологических прогрессов компании. XRP это криптовалюта Ripple. Все мы это знаем. И здесь же очень хочется вам отметить, что все вам могут предсказывать, что будущее не наступило, что будущее, оно уже здесь и сейчас. И завтра будет, скажем, доллар 25, доллар 26 стоит криптовалюта XRP. Но это неправда. Рост будет и, по моим прогнозам, месяц, да, два, где-то на уровне такой отметки. То есть резкий скачок, резкое увеличение. И чтобы, если вы закупаете здесь и продать здесь, вам нужно быть заранее к этому готовым. Советую при покупке на бирже Binance, где, собственно, я торгую, ничего другого я больше не советую, потому что я сам уверен в этой платформе. И, конечно же, это очень важно, чтобы люди другие доверяли и не попадались на какую-то фигню. В общем, советую поставить, если вы уже закупились, продажу на отметке в доллар 40, потому что пробьет 100%. Точно, когда, я не знаю, могу лишь предполагать, месяц-два. И этот момент будет очень быстрым. То есть не советую просто держать на счету криптовалюту и ждать, потому что это может случиться ночью. И такой промежуток маленький, от нескольких минут до пару часов, что вы этого не заметите. И произойдет обвал, и вы поймете, что вы упустили, по сути, деньги, потому что это был даже не шанс. Если бы вы это сделали, то это была бы стопроцентная закрытая с хорошей прибылью сделка. Ну, вы меня понимаете. И здесь я хочу сказать, что будущее у компании Ripple, у криптовалюты XRP очень даже заманчивое и интересное. Просто, конечно же, нужно зарядиться этим терпением, потому что мало у кого оно имеется, но необходимо. Это просто необходимо. И здесь это отличная возможность, чтобы не просто тренироваться, а развивать свои мыслительные способности, думать наперед. И, возможно, у вас получится предсказывать, как у меня, знать будущее именно такой торговли. То есть, что будет через месяц, через два, с вероятностью 50, 60, 70, 80, 90%. Вот. И даже вы потом можете зарабатывать на своей собственной аналитике, то есть давать какие-то сигналы. Ну вот. То есть это все отличная методика для того, чтобы вы лично вы этим занимались. И
Лично мне приятно вот так вот. Даже, знаете, возьмешь ты чашечку кофе, и ты просто смотришь. Это как маленькое такое успокоительное. И ты видишь, что пойдет вверх. И это случилось. И это, конечно же, приятно. В общем, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Конечно же, не забываем поставить лайк на это видео, если оно вам понравилось. И делимся этим роликом в социальные сети, в мессенджеры. Поможем каналу в развитии. Пока.